Ярмарка белорусских, украинских и российских товаров вновь в Курске. На этот раз она проходит на улице Дзержинского, на площади перед магазином «Куряночка». Одежда и обувь, сувениры и текстиль. Качественные товары по демократичным ценам. Конфеты, варенье, мед. Большой выбор сладостей не оставит равнодушным ни одного посетителя. Ярмарка привлекла внимание даже юных курян. Тут много красивых бантиков, заколочек, очень красиво, много вещей. Мне себе уже бантики присмотрела. Ярмарка будет работать с 11 по 18 февраля.